получили вот такую посылку наших родственников, друзей из Орла. С Новым годом. Такая необычная посылка, необычный подарок. Сейчас посмотрим, что там внутри. Смотрим, здесь вот есть такая печать. Bacon Roll. Собственно, такой же логотипчик, как здесь примерно. С Новым годом. И от кого? От Дедушки Морозу. В нашей семье с любовью. Так, ну что, давайте начнем вскрывать. Берем сперва печать. Все по-серьезному сделано. Так, посмотрим. Снимаем упаковку. Так. Так. Вот, здесь все серьезно. Ящик даже вроде как заколочен. Давайте посмотрим, как его вскрыть. Опа. Так. Аккуратно вскроем. Так, и что же у нас здесь? Давайте посмотрим. Вот была такая у нас крышечка. Подарки для всей нашей семьи. Поздравительные открытки. Вот. В наборе. Вот такой замечательный пряничек. Еще один пряничек. Все в аккуратной упаковке, чтобы ничего не повредилось. Шоколад. Набор, наверное, конфет. Давайте сейчас посмотрим, что здесь. Очень интересно. Да, набор. Прекрасный набор конфет для деток. Прекрасные туги. Завтра они проснутся, будут очень довольны, я думаю. Ну и великолепный подарок для взрослых. Да. Спасибо, ребята, огромное за поздравления. Очень необычно, очень удивительно. На самом деле, ну, просто потрясающий подарок. Все очень красиво сделано. Вот можете заглянуть в коробку, посмотреть, как там. Все чудесно. Сейчас выставим, чтобы все было наглядно для вас. Вот такой потрясающий подарок мы получили на Новый год. Юля, Саша, спасибо вам огромное. С Новым годом вас!